Сейчас вы станете свидетелями просто уникальной беседы. Дело в том, что из Исландии в Гренландию через наш город ехал величайший астролог Павел Глыба. Ехал он на съезд эскимосов-звездочетов и эскимосов-шаманов. Мы его случайно встретили на улице, случайно пригласили к нам в редакцию, и сейчас он нам поведает об астрологическом знаке Овна, знаке Апреля, и надеюсь, что каждый из вас... Вижу! Все вижу! И что же ты там видишь про Овнов? Все Овны – потенциальные завоеватели. Любят они что-нибудь завоевывать. Будь это первое место в программе «Слабеющее звено», или президентский дворец где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее. Вот те же немцы, Бисмарк и Гитлер. Вечно они хотели что-нибудь завоевать, потому что тоже были овнами. Но многие овны, очень многие овны, стремятся завоевать именно буквы, предложения и целые абзацы. Звезды говорят, что у овнов большая возможность стать писателями. Так что, когда кончится передача, вы берите ручку, берите бумагу и пишите книжку. Объемом это к страниц на 100. И все. Нобелевская премия по литературе у вас в кармане. Не в том, влево. Не зря же Аверченко, Гоголь, Максим Горький и даже Эмиль Золя были именно овнами. Интересны взаимоотношения овнов в любви. Я имею в виду не овна и овна, а овна и всех остальных. Овен влюбляется с первого взгляда. Так всегда и бывает. И когда он влюбился, его любовь иногда перерастает в страсть. Ну а если объект любви овна оттолкнул, то страсть может перерасти в одержимость. Хотя бывают и овны, которые... очень быстро успокаиваются и остепеняются, и быстро влюбляется в другого человека. А что? Почему бы не быстро? С первого взгляда ведь это же быстро. Что ожидает овнов именно в апреле месяце? Невнятное перемещение звезд в секторе Овен обещает им меланхолическое настроение в течение всего месяца. Во! Секунду назад в созвездии Овен вспыхнула сверхновая звезда. Думаю, это прибавит им энергетических сил где-то середины апреля. Ну а так как все овны – потенциальные завоеватели, то многие овны числа это где-то 25-го завоюют чьи-то сердца. Кстати, не забудьте меня пригласить на свадьбу. А что же обещают звезды студентам овнам именно в этом месяце? Сейчас посмотрю по звездам. Альфа Овна своим мерцанием обещает студентам Овнам на паре галактический гиперпереход. Оценку не больше восьмерки с минусом. Подождите, многоуважаемый астролог, у нас нет таких пар, нет таких предметов. Ой, это для студентов из созвездия Южного Креста. Так. А студентам Овнам из Комсомольска на Амуре звезды обещают 5-ку по физкультуре. Мало того, звезды даже помогут студентам пробежать марафонский забег по маршруту Пивань-Солнечный. Говорят, что для Овнов красный цвет в этом сезоне самый счастливый. Так ли это? Сейчас посмотрю по звездам. Девушка, выходите за меня замуж. Знаете, время нашего сюжета подошло к концу. Спасибо Павлу Глыбе. До свидания.